Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы играем в Clash of Clans. Как я вам сказал, что мы продолжим. Так. 10 000 стоит флюгер. Идти со своим флюгером. Так. Лозочка большая. Так, тут у нас пусто, тут тоже пусто. Так, все в принципе хорошо, только вот. Ой. Теперь 15 этих будем улучшить. Так, ребят, улучшили. На нас нападали, и моя защита выстояла. Давайте посмотрим быстро. Так, ладно, медленно. В медленном режиме посмотрим. Так. Вот, лучница у нас сразу практически погибла. Все благодаря нашему этому самому мортиру, ну, шару, который у нас подкрепление лежал. Мортира, кстати, стреляет камнями. Эта пушка тоже. Улетел. Так. Ладно, ребят, хорошо, наша выстрела. Все только 16% на нас атаковали. 5000. Чего нам стоит это? Ничего, в принципе. Тапочки. Вот что это нам стоит. Все повышается, повышается. Я гоблинов хочу. Упс. Простите, ребята. Так. Хватит гоблинов. 4 часа. Ну ладно, не знаю что. 17 минут, зато на нас никто не нападет. Победа домой. Так, у нас все переполнено. Тогда в бой попробуем. Грубая сила. Я хочу убить их. Убейте, убейте, убейте.
Такое ощущение, что проиграем опять. Ну да. Поехал шар. Наша защита. Никто нас не может одолеть. Нам все сделает этот. Правда, это очень долго будет. Ребята, я вернусь, когда это все... Хотя нет. Оставлю, пусть видите, как последняя наша надежда уничтожит всю эту базу. И мы выиграли. Да, ребят, выиграли. Золото хранилище очень плохое. Хотя у меня такое. Да. Но там почти ничего не было. Так что... Наконец-то! У них вообще это самое... Золотохранилище плохое. Наконец-то последнюю уничтожай. У них вообще ужасно эти поставлены. Хоть и у меня ужасно, но просто вот тут так стены, а я по очереди все делаю. Зато победа. Так. Сейчас. Так, мы победили. В каких-то боях, которые мы нападали. Так, тренируем тогда войска. Одна у нас улучшается. Так, ребят, следующее видео наверняка будет завтра, может быть. Тут у нас 3 часа чинится. Ребята, кстати, если хотите, чтобы я в Бумбиче поиграл тоже от Supercell, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Как я вам уже только что сказал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.